Приветствуем вас, уважаемые зрители форума. Здравствуйте! Рады встретиться с вами вновь. Сегодня в рубрике Beauty News мы расскажем о последних трендах и предстоящих новинках сезона. Весна уже наступила. Это значит, пора просыпаться от зимней спячки, создавать модные макияжи и ловить на себе взгляды. Давайте разберем, как это сделать и на чем акцентировать внимание в этом сезоне. Да, совершенно верно. И нет лучше места, откуда черпать вдохновение, чем подиум. Недели моды уже завершились, все модные образы изучены, и мы выявили основные тренды макияжа весна-лето 2023. Давайте рассмотрим, как использовать образы с подиума в повседневной жизни. Акценты на ресницы. В 2023 году будет принято красить ресницы так, как будто вы наклеили накладные. Чем ярче, тем лучше. Кстати, густо прокрашивать стоит даже нижние ресницы. Некоторые визажисты на неделе моды в Париже использовали прием обесцвечивания бровей с целью как можно ярче подчеркнуть глаза. Затем накладывали несколько слоев туши для придания эстетики 60-х годов. В ассортименте Glam Team, а именно в четвертом каталоге, как раз появятся две новинки, идеальные для реализации данного тренда. Экстраобъемная тушь для ресниц Volume Eyes и тушь с эффектом наращенных ресниц Next Level. Подробнее расскажем о каждой из этих суперновинок. Тушь Volume Eyes добавит вашим ресницам экстра объем, сделает их разделенными и приподнятыми от корней. Специально разработанная гибкая силиконовая кисть поднимет каждую ресничку, идеально подойдет для прокрашивания даже самых коротких и тонких ресниц. Многие наши коллеги уже протестировали эту новинку и не могут дождаться запуска. Скажем без лишней скромности, Volume Eyes творит с ресницами чудеса. Тушь не только имеет декоративную функцию, но еще и ухаживает за ресницами. В составе содержится особый эфир, который увлажняет поверхность ресниц, придавая им мягкость и гладкий внешний вид. А микс различных натуральных восков – пчелинный, карнаубский и канделинский – способствует кондиционированию и укреплению ресниц. Щеточка позволяет идеально прокрасить каждую ресничку. Тушь легко наносится, не осыпается в течение всего дня. 10-12 часов продержится без проблем, проверено. Также тушь имеет ультрачерный оттенок, что еще сильнее подчеркнет яркость вашего взгляда. И еще одна новинка – тушь для ресниц Next Level. Сделает ресницы густыми, пушистыми и удлиненными, как после наращивания. Широкая силиконовая щеточка с густо расположенными щетинками идеально разделяет и прочесывает ресницы, прокрашивая их по всей длине. С этой тушью легко достичь вау-эффекта удлиненных, пышных и подкрученных ресниц. А если наносить ее в два слоя, то ресницы действительно выглядят как после салонной процедуры наращивания. Также Next Level содержит смесь восков, обеспечивающих эластичность и защиту от ломкости. Обе формулы данных туши произведены в Италии, дерматологически и офтальмологически протестированы и имеют сертификат халяль. Мы уверены, вы влюбитесь в обе. Еще один вариант создать акцент на глаза прямиком с подиума в Парижской неделе моды – использовать подводку-карандаш для глаз в нестандартном исполнении. Например, широкие стрелки, нанесенные на все подвижное веко, больше напоминающие тени. Другой интересный прием – нанесение подводки крест-накрест во внутренние уголки глаз, так называемые стрелки-рыбки. И не менее эффектный макияж – создание дымчато-черного ореола вдоль слизистой нижнего века. Никакой классики, это весной только нестандартные и новые решения. В реализации этих подиумных трендов вам помогут наши карандаши-каялы для глаз. Они плавно наносятся на нежную слизистую век, выдерживают до 12 часов стойкости. Данный продукт представлен в трех оттенках – глубокий синий, экстра-черный и шоколадно-коричневый. Ждем запуск в 8-м каталоге этого года. Мы активно следим за вашими социальными сетями. И сегодня на форуме нам помогают одни из самых активных лидеров Faberlic, которые уделяют особое внимание декоративной косметике и всегда готовы попробовать что-то новенькое. В дальнейшем мы будем рады знакомить вас и с новыми участниками тест-драйвов наших новинок. А сейчас встречайте, старший директор Марина Пекова. Коллеги, всем привет! Меня зовут Марина Пекова, старший директор. И сегодня поговорим про макияж. Ведь многие женщины ошибочно предполагают, что макияж – это роскошь, которую могут себе позволить лишь те, у которых день не занят домашними и рабочими заботами. И сегодня я развею этот миф.
поделюсь с вами легким и простым способом макияжа глаз. А этой весной это стало возможным благодаря новинкам в серии Glam Team, карандашам Каялам 12-часовой стойкости. Они представлены в трех цветах: в черном, в коричневом и синем. Мне их прислали на тест, и что я могу сказать? Во-первых, очень нежно прокрашивает слизистую века, не царапает. Во-вторых, не течет и не расползается в течение всего дня. И самое главное для меня, не раздражает слизистую глаза. И могу смело поставить все 10 баллов из 10. И ловите лайфхак от меня. Как получить загадочную дымку на глазах с помощью этих карандашей. Вы можете взять любой цвет, вот у меня черный. Вы прокрашиваете слизистую века и легким растиранием пальчика, вуаля, вы получаете дымку. И далее остается всего лишь обрамить наши глазки шикарными ресничками. И это возможно благодаря новинкам. Это экстраобъемная тушь Volume Ice и тушь с эффектом наращенных ресниц Next Level. Скажу честно, я до сих пор не была фанатом силиконовых кисточек. И выбирала всегда классическую. Но сейчас, попробовав вот эти туши, я поменяла свое мнение. И, кстати, я не смогла выбрать лучшую и решила, что буду пользоваться по очереди. Вот на этом глазике у меня реснички прокрашены вот этой тушью. Тут нереальный объем и изгиб, который сохраняется в течение дня. А вот здесь эффект наращенных ресниц, длинных, прокрашены все реснички. Я каждой женщине рекомендую пополнить свою косметичку вот этими новинками. И я уверена, вы точно так же, как и я, останетесь довольны. Благодарю за внимание. Пока-пока! Марина, большое спасибо. А теперь перейдем к категории лицо. Начнем с самого важного тренда. Его называют по-разному. Bare skin, makeup no makeup, скинимализм. Дословно переводится как голая кожа, макияж без макияжа, минималистичное лицо. Все это описывает тренд на естественную и сияющую кожу. Здоровый увлажненный блеск без ярких акцентов и четких контуров. Такой макияж уже не первый год присутствует на модных показах и с каждым годом набирает обороты и своих последователей. Так и в 2023 году этот тренд будет популярен в новых интерпретациях и исполнениях. Визажисты обновляют свои косметички, заменяя плотные текстуры на легкие тинты и тональные сыворотки, сияющие и полупрозрачные пудры и естественный румянец. И для создания такого естественного, подчеркивающего натуральную красоту макияжа, мы подготовили для вас невероятный продукт. На самом деле вы его уже знаете. Мне что-то это напоминает. А вам? Новый, но уже полюбившийся и завоевавший статус хит продаж продукт – тональная сыворотка для лица Neo Serum. Да, Аня, ты права. Наши клиенты по заслугам оценили этот продукт, и нам захотелось еще больше его усовершенствовать. И поэтому мы представляем вам обновленную формулу в современном дизайне. Увлажняющая сыворотка для лица Neo Serum создает лифтинговый эффект, визуально выравнивает рельеф кожи, скрывает мелкие морщинки и несовершенства. Основной действующий ингредиент – мультилифтинговый комплекс. Воздействует на видимые признаки старения кожи, восстанавливает клеточные мембраны, разглаживает мелкие морщинки и тормозит углубление крупных морщин. И все это наша любимая тональная сыворотка Neo Serum. Хочу обратить внимание, что формула осталась прежней – сенсорика, эффект, оттенки. Все, как вы любите. Но мы усилили ухаживающие ингредиенты, добавили комплекс на основе натуральных полисахаридов и протеинов пшеницы, который борется с вялостью кожи, тонизирует и подтягивает ее, минимизирует внешнее проявление морщин. Но обновленная тональная сыворотка – это не единственный подарок, который мы вам подготовили. Да, мы разработали в пару к тональной сыворотке увлажняющий, разглаживающий консилер для лица.
Он представляет собой аналогичную текстуру сыворотки с фитолифтинговым комплексом на основе натуральных масел и экстрактов. Это незаменимый помощник для маскировки мелких недостатков. Выравнивает кожу вокруг глаз, заполняет мелкие линии и создает идеально ровный тон. Микронизированные пигменты создают эффект светоотражающих частиц для создания кожи, которая светится изнутри. Эти два продукта создают идеальную пару. Благодаря своей текстуре легко наносятся и не оставляют границ. Это то, что нужно для актуального макияжа с подиума. Как вы уже поняли, мы не только говорим о новинках, но и тестируем их. Продолжаем нашу рубрику и передаем слово рубиновому директору Наталье Платко. Вау! У меня в руках потрясающий продукт. Это просто бомба! Я сейчас вам расскажу. Начнем с упаковки. Смотрите, какая красивая, шикарная, простая упаковка. Очень стильная. А сам продукт? Я даже замолчала на одну секунду. Это просто потрясающая вещь. Легкая, комфортная текстура. Сияющая текстура. Сейчас естественность в тренде, поэтому нет эффекта восковой маски. Смягчение, увлажнение, уходовая тональная сыворотка моментально убирает все признаки старения на вашей коже. Комфортно наносится, не имеет никакой отдушки. Поэтому, я думаю, вы однозначно полюбите данный продукт и приобретете его для себя. Ведь молодость – это единственное богатство, которое стоит беречь. Ведь она делает царями тех, кто ею обладает. Мой артикул 66.19. Всегда волнуют проблемы вокруг глаз женщин, потому что кожа вокруг глаз очень-очень тоненькая. И я очень долгое время искала консилер, который бы мне подошел, потому что у меня сухая, обезвоженная кожа. И чтобы не было морщинок, это должен быть очень эластичный, очень пластичный, очень комфортный консилер. И я его нашла. Я благодарю за эту возможность для себя. Это невероятный консилер. Neo Serum. На самом деле все очень просто. Корректируем несколько точек. Это внутренний уголок глаза. Это внешний уголок глаза. Это крылышки носа. Нашу носогубную складочку. И очень важна вот эта линия. Потрясающий консилер. Чем он хорош? Так вот именно своей эластичностью, пластичностью он хорош. Посмотрите, он на глазах сразу убирает все признаки старения. И убирает за счет глубокого увлажнения, так как текстура очень уходовая. Корректирует, сглаживает, смягчает и увлажняет. Потрясающе! Посмотрите, за счет сияющего финиша все морщинки не будут видны. Какая прелесть, какая красота! Респект! Я думаю, вы по достоинству оцените данные продукты и в первую очередь приобретете для себя консилеры. Потому что кожа вокруг глаз должна быть особенно ухожена. Наталья, спасибо большое. Аня, ты знаешь, хочется отметить, что наши покупатели стали осознаннее. Многие понимают, что ингредиенты с доказанной эффективностью в косметике имеют невероятный успех, и подтверждение тому – наши бестселлеры. Так что в будущем совершенно точно будет фокус на активные ингредиенты в составе косметических средств. Но об этом мы подробнее расскажем на следующем форуме. Говоря о модных тенденциях в индустрии декора ногтей, в 2023 году в топ нейл-трендов войдет тонкий французский маникюр на коротких или миндалевидных ногтях, как сегодня у нашей Анастасии. Думаю, минималисты уже торжествуют, ведь такой дизайн смотрится утонченно и элегантно. Кстати, использовать можно не только классические комбинации нюда и белого, но и сочетание ярких цветов. В пятом каталоге встречаете новинки лаков серии Color & Stay, в которые войдут три модных оттенка – черный винил, синий электро, лиловый индиго. Напоминаем, что все лаки данной серии созданы по уникальной французской технологии, аналогов которой нет в России. Благодаря технологии фотоинициатор с особым олигомером
Покрытие затвердевает от контакта с дневным светом. В составе лаков запатентованный гексонал, отвечающий за питание и укрепление ногтей. Лак имеет яркий блеск, легко наносится и быстро сохнет. Стойкость покрытия до 6 дней. Год начался. Радует весна, так что у вас есть время, чтобы попрактиковать самые актуальные макияжи и нейл-арт сезона. Приступайте! И в конце хотелось бы вас порадовать интересной новостью. Передаем слово нашему бьюти-эксперту, топ-визажисту и ТВ-ведущей Ольге Фокс. И прощаемся с вами. Всем прекрасного макияжа!